Всем привет, это канал «На пульсе», и с вами я, врач-онколог-хирург Атабеков Игорь. Ко мне на днях пришло письмо от YouTube, и они мне написали, что у моего канала теперь доступна кнопка спонсорства. Я, честно говоря, не хотел снимать это видео, но они в своих инструкциях, в шагах, прямо шаг 1, шаг 2, шаг 3, делайте это, делайте то, они настаивают, чтобы я снимал это видео. Поэтому я его все-таки, конечно, снял, но к просмотру оно совершенно не обязательно. Возле кнопки «Подписаться» появляется кнопка спонсорства, можно туда нажать, можно там какие-то вносить суммы небольшие для поддержки канала, и тогда у вас появляются дополнительные возможности, типа там приоритетных ответов на комментарии, более раннего доступа к новым видео, у вас появляется возле вашего имени, когда вы комментируете, красивый значок какой-нибудь. Ну и самым бывалым, ответы на комментарии будут более обширные в формате видео, и по возможности буду стараться снимать видео на интересующие вас темы. Но это так, лирическое отступление. На самом деле я канал создавал вовсе не с коммерческой целью, а с целью, ну, поначалу это было чисто для образования моих пациентов, чтобы им как-то помочь, чтобы они понимали, чем они болеют, в чем суть их симптомов, дать какие-то рекомендации, потому что мне даны эти 15 минут на пациента, мне надо изучить огромную кучу документации, изучить его анализы, МРТ, КТ, назначение дать, иногда написать консилиумы, химиотерапию расписать. То есть времени совершенно нет на то, чтобы просто отвечать на какие-то простейшие вопросы, там, как лечить, не знаю, тошноту или боль в животе, что делать, почему так, почему эдак, почему у него желтуха, почему тут онкомаркеры выросли и так далее. Нет времени просто на это все, поэтому я создал этот канал. Хотел создать просто набор видео тех патологий, с которыми я обычно работаю, и раздавать им их пациентам, когда они ко мне приходят на прием, посмотрите вот это, посмотрите то, то есть для вас информация. И второе направление канала было... Мне всегда очень хотелось помочь людям, потому что химиотерапия, лучевая терапия, хирургию не всегда можно сделать, не всегда позволяет состояние человека. И поэтому, ну, мне очень сложно, когда нечего предложить. И я стал изучать всякие народные средства, дополнительные какие-то возможности, чтобы комбинировать их с онкологическим лечением для повышения эффективности. То есть с целью просто помочь этим людям. Естественно, я не могу тоже читать лекции о народной медицине, сидя в кабинете, в эти 15 минут просто невозможно это все сделать. В этом была цель. Поэтому, дорогие друзья, не думайте, что там какие-то у вас будут ограничения, все видео будут выходить, все это бесплатно, абсолютно. Оставайтесь с нами, комментируйте, смотрите видео, я всегда вам рад. Я с вами прощаюсь, будьте здоровы, до свидания.